Я думаю, что наше вот современное существование, поскольку я как человек, который застал Советский Союз в полный рост, я и в Советской Армии еще служил, и школу заканчивал, и в пионерах, и в комсомольцах был, я могу сказать следующее, что, конечно, никакое не возвращение в Советский Союз, потому что возвращение в Советский Союз, чтобы произошло, нужно провести сначала национализацию богатства. Вернуть образование бесплатное, медицину, высшее образование, раздать квартиры, вот, которые строятся. Вот тогда у нас, может быть, это... пока это абсолютно внешние, то, что я вижу, это декоративные вещи абсолютно. Мы живем в обществе спектакля, так называемом. Современные, особенно французские философы об этом много говорили. Есть такое понятие симулякр. Это, ну, как бы такая муляж. Я думаю, что все, что происходит, и все, что, к сожалению, все, что происходит вот с этими атрибутами СССР, это, безусловно, муляжи, не имеющие под собой абсолютно никакой основы. Это не СССР, чтобы не писали журналисты. Я это прекрасно чувствую, потому что я это чувствую внутренним чутьем, как человек, который про СССР что-то знает. Нет, нет, это декорации, дымовая завеса.